Команда Казахстана готовится к финалу большого международного конкурса «Williams Martini Racing». На брендированной террасе знаменитой команды «Формулы-1» в Алматы в ресторане «Эль Мирадор» собрались те, кто отправится в гонку за мечтой. Приз, который достанется победителю конкурса «Williams Martini Racing» – Porsche 911. Бренд «Мартини» вернулся в мир больших автогонок, и это очень значимое для нас событие, потому что круче «Формулы-1» уже ничего нет. Первый этап конкурса проходил виртуально в Facebook. В Казахстане его выиграл Алимжан Калдияров. В Италии ему предстоит посоревноваться с победителями из 10 стран в разных конкурсах. Испытывал примерную скорость, но не 250, как меня предупредили. Я понятия не имею, какие будут ощущения. И даже не имею представления, каково это будет давать интервью при скорости 250 км в час, когда рядом за рулем будет сидеть звезда, Стив, стоп-гир. Это, конечно же, большая честь и большая радость. Поддерживать участников будут отечественные селебритис. В команде нашего Алимжана – певица Ксенон. Мы будем поддерживать Алимжана очень сильно. Мы уже с ним познакомились, подружились. И буквально уже все надежды на него возлагаем. И, наверное, будем содействовать ему в получении его приза, да, помогать ему во всем. На самом деле программа очень насыщенная и интересная. Я думаю, что нам будет что рассказать нашим казахстанцам и показать, как мы там проводим время и как Алимжан выигрывает наш заветный приз Porsche. Соревнования для участников начнутся 5 сентября, а 7 сентября мы узнаем имя победителя.